Вот оказывается, я был прав, поставил 148 Ом резистор, а тут затвор вот идет от вот этого, где входит резистор, а потом идет по этой ножке, потом на резистор, потом вот входит через этот затвор. И теперь осциллограмма стала как и у того транзистора, такая самая. Вот снимаю осциллограф, минус, плюс. Вот выброс такой самый, все так самое. Вот этот прогиб такой немножко остался. Уже нет того дрожания и тех, как бы того шума наводок тех, которые раньше тут были. Идет выброс, потом почему-то такой его идет. Потом затухающее колебание. А теперь нужно попробовать не 100 Ом, вот даже на 100 Ом прекрасно транзистор работает, вот пока ничего не греется. То есть он так будет меньше склонность иметь перегореть, когда он так работает. Потом можно даже 100 Ом поставить. Я раньше помню вообще, что там 500 Ом ставил. Тогда они у меня не горели, а когда там ставил, мало сопротивления, тогда у меня горели. Нужно найти резистор 10 килоом, то есть 10 Ом. Что-то 8,4 написано, может это 8 Ом. Ладно, 200 Ом положу, 200 Ом. Сколько точно тут? Ом. Значит, 202 положу уже. А тут где 201. А может все-таки так к 200 Ом будет точнее положить. Так. Вот этот, по-моему, 10 Ом. Или 20 Ом. 20. Это все равно уже будет не 100. Хочется найти 10 Ом, чтобы как по схеме было. Я посмотрел там Олега схему 21 Ом. Так там идет 1 Ом на драйверах, но может после драйверов, как там на Микмуре схема. Руслан потом добавил еще там этой ерунды, этих резисторов. Вот. По Лего схеме тут 1 Ом идет, и потом вот тут вот на эти заклепки. Но Руслан такой, возможно, вот тут в этом блоке, вот у него драйверы, возможно, там. А тут он еще добавил вот эти 11 Ом. И тогда получается, что по сути на транзистор идет 11 Ом, а не 1 Ом. Хотя на Лего схеме 1. Можно
попробовать на видео посмотреть, как он на последних видео делает, или где у него драйверы стоят. Лучше посмотреть 100 видео, но у меня не все есть. Где-то 2 киловатт. Вот, видно, да. У него вот тут вот 10 Ом стоят, видимо. Вот диода еще стоит. А может это этот снубер как он там? Снабер. Вот у него драйверы стоят. Вот тут, видимо. Или это драйвер, или это. Вот эти 2 драйвера. А тут у него никаких драйверов нет. Только вот вопрос, это у него или это защита вот между стоком, или это у него в затвор идет. Так вообще похоже, что затвор, потому что вот эти беленькие, они тут, как бы, чтобы потом закрывать вот так. Что неизвестно, или у него там 10 Ом стоит, или... Нужно посмотреть его то видео последнее, что он там. Где у меня эти видео? Вот это, например. Да, вот тут тоже вроде бы не видно никаких драйверов. У него все драйверы уже вот тут стоят. Второе, где его видео? Вот это, которое надо посмотреть. У меня она не докачанная. Тут похоже все то самое. Драйверы у него на этой платке, и вот тут транзистор идет. Там драйверов уже нет. Ладно, не буду тут время занимать. Как бы только защита и все. Буду искать 10 Ом резистора. Вот, кажется, нашел. Или при 10 Ом посмотрим, или будут вот 10 Ом. Вот уже столько работает, а горячий транзистор. Вот, но не сгорел. Вот такое потребление было на одном транзисторе. 3 ампера. Трансформатор вроде бы не греется, феррит холодный. Не то, что горшок этот.
если вот так ножки закручиваешь, чтобы они лучше контакт имели. Транзистор очень горячий. Конечно, такие выбросы там его выпятил. Плюс еще на одном плече он там такие токи тянет. Когда на двух, тогда меньше токи получается. Потому что если ток уменьшается в два раза, то... То есть если... В общем... Потери растут на нагрев квадратично. Ток два раз вырос. Потерь будет происходить в 4 раза больше. Поэтому на одном транзисторе будет намного сильнее греться, чем на двух. Вот поставил. Вот сперва пошуршал. Вот на 10 Ом все-таки другая осциллограмма. Все-таки есть вот эти выбросы. Такие и потом такие колебания. Уже нет этого одного большого выброса. Так что... Очень сильно зависит, что в затвор поставишь. Такие и будут выбросы. Где-то 20. Надо 20 Ом поставить. Посмотреть, или на нем будет. Вообще-то дроссельков нет, может, нужно было тут как-то дроссельков после плюса вот тут дроссель, потом после выхода дроссель поставить, чтобы как-то, может, фильтровалось лучше, то, может, поэтому тут такие у них выбросы.